Добрый вечер добрым людям. Я украинец. Родился в Киеве за 5 лет до войны, но сегодня очень взволнованный. Пришел специально на этот митинг, поскольку еще утром услышал по радио, что будет такая акция. А днем второй раз по радио НВ услышал от Юрия Мацарского и даже призыв прийти сюда всем, как говорят у нас в Украине, небайдужим людям. Сегодня я впервые, можно так, наверное, сказать, пожалел, что я не белорус. Как ни странно. Ну, еще пару слов о себе, о моих мыслях по этому поводу. Когда 5 лет назад, если не ошибаюсь, это было 5 лет и 1 месяц примерно, был убит Павел Шеремет, я тогда сразу почему-то, еще не имея той информации, которую за эти 5 лет я получил, я сказал, это сделал Лукашенко. Я удивляюсь, почему наш президент такой близорукий, что верит всяким басням, что это какие-то украинские патриоты или националисты, как называют, не буду называть их сейчас фамилии, могли это сделать. Более того, я надеюсь, что я еще доживу. Кстати, я в 2 раза, год назад, я был 2 раза старше избранного президента. Я все-таки надеюсь, что я доживу до того хорошего для меня, и не только, надеюсь, для меня дня, когда у нашего президента хватит мужества публично признать свою ошибку, которую он сделал 1.5 года назад. Вы все, я думаю, хорошо понимаете, о чем речь идет. Идет речь, в декабре это было, об этой самой печально знаменитой пресс-конференции. И когда сегодня я услышал о смерти человека, я прошу прощения, я еще даже не смог выучить, как его зовут. Надеюсь, вы меня за это простите. Я тоже сразу подумал, без всяких колебаний, что это дело рук Лукашенко. Я уже, как вы понимаете, видите, человек, мягко говоря, не очень молодой. Но почему еще я сюда пришел? Я хочу организаторам передать свои координаты. С меня, конечно, проку немного уже. Но кое-что я еще могу сделать. Живе Беларусь! Живе!